Добрый день, уважаемые подписчики и любители винограда! Сегодня я хочу рассказать вам о нестандартном способе выращивания молодых саженцев. В чем заключается нестандартность? А нестандартность заключается в том, что посаженные саженцы на сегодняшний день я еще не чеканил. Сегодня 27 августа. Вот саженец 1, саженец 2, саженец 3 посажен в этом году. Все они почеканены. Почему не чеканил? Потому что они еще растут. Растут. А раз растут, значит корневая система усиливается. Я их почеканю где-то через недели две. А почему я так делаю? Потому что мне в этом году нужно всего лишь 2-3 почки для формирования куста на следующий год. Остальное я обрежу. Такая система мне позволяет получить наибольшую усиленную корневую систему. В этом и заключается нестандартность. Вместе с тем я хочу вам показать ошибку, которую я допустил при формировании этого куста. Она часто встречается у любителей винограда, которые быстро удаляют пасынки. Вот пасынок. Пасынок. Видите пасынок? Пасынок. И я сильно увлекся и быстро их удалял. В результате чего куст сильно быстро рос и проснулась почка, которая должна проснуться в следующем году. Это не страшно для молодого саженца, но это неприятно, когда это случается на кусту, который плодоносит. Учтите это. Благодарю вас за внимание. До следующих видео.